этом году, ну, я уже стал в первой лиге, да, и в высшей лиге у нас очень упорная борьба до последнего тура. Все команды бились, очень солидная игра была. Соперники были достойны друг друга. И большое всем спасибо за эту игру, за корректную относительно, да. Все было в этом чемпионате, но я думаю, мы будем расти дальше и над собой, и над качеством проведения соревнований, над качеством наших, может быть, площадок, если получится. Сегодня хотелось бы начать наше награждение. Это поблагодарить тех людей, которые помогают командам нашим, которые вкладывают там свои эмоции, свои силы, какие-то свои другие вливания. Поэтому памятная планкетка. Разрешите поздравить Тишкова Евгения Владимировича. Все сделали. И генерального директора ООО «Транс» Смирнова Артема Андреевича. Мы перейдем, безусловно, к нашим лучшим игрокам, да, без которых наши чемпионат был бы не такой яркий, да? Начнем с лучшего вратаря, и я думаю, вопросов ни у кого не возникнет. Что традиционно, да, этот игрок своей игрой показывает некоторым полевым, как можно назвать, играть ногами, но и выручает свою команду непосредственно на линии ворот. Это Сергей Матвеев. Наше решение, много игроков было, да, но мы не можем не отметить тех людей, которые своим характером вели свою команду за собой. И лучшим защитником чемпионата города по мини-футболу признан Сахно Максим. Ну, очень хочется. Но лучшим бомбардиром, забив 20 мячей, да, стал Косарев Сергей. И номинация «Лучший игрок», да, ну, тоже сейчас скажу, то, что это уже было, но я думаю, этот человек приятен не только на футбольном поле, но и вообще не как человек. Это Гулаков Алексей. Ну, лучших мы наградили, да, теперь перейдем к нашим непосредственно командам, да, которые бились. Да. Третье место, да, сегодня без боя по низке досталось, но они завоевали его раньше. Это команда «Экополимер». Второе место в чемпионате заняла команда с одним из самых оригинальных названий в этом чемпионате, команда «Виталь». Какой есть? Брил заслуженно, брил. Ну и чемпионом. Первым по
мини-футболу города Шахты стала команда «Горная». Грибам, понимаете? Мы едим грибы. На грибах спокойно. Не, я уже все. Закончилось. Ребята, пожалуйста, давайте на общий фото все. А вот, сфотографируйте. Гляньте, какой красавец, чемпион. Что, по нему ворота или куда? Да, 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 да